Привет, народ! В этом видео хочу рассказать, как снимать сайлентблоки с двигателя. Движок Honda Dio Takt. Ну, обычный скутер вообще. Как я снимаю сайлентблоки? Допустим, один я уже снял. Решил снять видос. Допустим, мертв сайлентблок. Как понять, что он мертв? Ну, просто втулка уже крутится здесь. Вот, выпало. В общем, так, для этого нам понадобится зубило. Это уже поломанное зубило, ну, в общем, пойдет. Вот. Так, с чего начинаем? Да, если они у вас закисли там, допустим, не можете их выбить, кто-то просто их там выжигает, вырезает резинки, можно полотном таким пропилить. Допустим, обойму саму. Саму обойму вдоль и выбить. Мне проще так, пока они идут нормально. Вот один я уже выбил вот так вот. Одна сторона целая остается, вторая вот так загибается. Камера. В общем, так здесь место позволяет, допустим, вот кромку обоймы самого сайлентблока загибаем вовнутрь аккуратно. Под углом. Вот я тут уже прогнул. Вот. Здесь, ну, не можем, да, так забить, допустим, кромку. В этом месте просто вот сюда в резинку упираем. И стучим. Сейчас покажу. Допустим, здесь берем кромку, загибаем вовнутрь. Кругу. Бьем не сильно. Под углом ставим зубьё неровно. Не сильными такими ударами, чтобы не отломать ухо. Оп. А здесь просто потом массажем вниз. Так, сейчас оно у нас пойдет. Оп, пошло. Загибаем. Как видите. Камера что-то мутно снимает. Вот здесь мы бьем по обойме в резинку. Вот, а здесь бьем по самим кромкам. Там, тут, по кругу. Сильно не стучим, чтобы ухо не поломать. Потихоньку оно идет. Без труда. 2 минуты выбили. Так, вот это вроде старый, да, вот это он. Загибается и выпадает спокойно. В общем, так, в следующем видео будем изготавливать сайлентблоки. Ну, не изготавливать, а. Ну, в общем, будут. У нас дешевые сайлентблоки. Подписывайтесь, оценивайте. Все, всем пока.